абсолютно. Он мне не важен абсолютно, как вы будете там меня легитимным считать или нелегитимным. Вы лучше разберитесь, как вы будете с Байденом общаться. Он для вас легитимен или нет? С моей точки зрения, нелегитимен. Вы видели, что происходило на выборах. Вы знаете, я нахожусь поэтому в Белоруссии, и меня интересует ситуация здесь. Подожди, не перебивай меня. Вы находитесь в Беларуси. Я не против, я вопросы задаю. Я провожу параллели, чтобы вы поняли, что мне глубоко наплевать на то, что обо мне сегодня думают в Англии или в Соединенных Штатах Америки, или я.